А это вот наш номер. Номер 213. 213 наш номер. Открываем. Это вот коридорчик. На втором этаже это вид сверху. Там ресепшн. Здесь посиделка. Ресторан. Камера. Вы зашли к нам в наш номер. Мы привыкли снимать номера, в которых мы живем. Сейчас мы зайдем, сразу снимем ванны. Вот ванна. Это. Там еще не видели ее даже. Это Буэнос-Айрес, столица отель Аргентины, Хилтон. Отель Хилтон. А вот пройди туда, там еще есть рядом туалет. Вот как сделана отделочка. Вот. Ну, раз уж пошла такая пенка, посмотрим туалет. Душевая кабина есть. Душевая кабина. Скорее всего, что это номер 5. Ну, вот. Зеркала во всю стену. Дальше есть рабочий стол. Что не было раньше, это зеркало с комодиком. Это большая кровать. А вот там гардеробная, еще с ним интересно. С левой стороны мы видим застеркальную дверь гардеробную. Там сейф. А здесь сейф. Есть утюг, что очень приятно, гладильной доской. Здесь вешалки, шкафчики. Замечательно. Выглядит солидно. Считаю, что это наши две сумочки. Вот же нет. Скорее всего, что там вот, ну. Просто окно. С выходом на. Чаевые, не знаю, должны платить были или нет, парни, за доставку швейцар. О, это у нас вид. Даже ночью, обратите внимание, даже ночью ребята едут, катаются. На роликах, может, туристы. Неплохой домик, неплохой вид из окна. И ну все.